Славутичанка Христина Гомон успішно виступила на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів. У складі збірної України вона посіла друге місце і принесла срібну медаль. Христина розпочала свій шлях у дзюдо відносно нещодавно, але вже має численні здобутки. Це був Кубок Європи до 21-го року. Я стала другою. Було 10 чоловік в весі. Вот. А конкуренти із яких стран були? Ну, сейчас всех не вспомню, могу вспомнить те девочки, которые, да, это была румынка, девочка с Италии, Словении и Германии. Ты заняла второе место, что не удалось? Кого не удалось все-таки, как сказать, бросить на спину, да, или как правильно? На лопатки. На лопатки. Положить на лопатки. Я не хочу оправдываться особо, проиграла, как бы и проиграла, но я ехала без тренера. Это были мои первые соревнования за границей, такие серьезные. И я не смогла психологически настроиться вот в финале. Ты ездила одна или тебя кто-то поддерживал с тобой? Ну, мы ездили сборной. Тренера были новенькие, я так поняла. И они были не особо опытные, ну так, как бы, они с мальчиками больше, а девочки как-то сами, мы себя поддерживали. Девочки меня, я девочек, вот так как-то, друг другу подсказывали. Я знаю, что ты относительно недавно занялась этим видом спорта, и уже такой высокий результат. В чем твой секрет? Я просто стараюсь отдаваться полностью этому делу, мне это нравится, я от этого кайфую. И, ну, вот как-то так потихоньку иду. Я хочу достичь намного большего результата, чем сейчас. А где проходили соревнования? В какой стране? В каком городе? Была Венгрия, город Пакш. Твои впечатления от соревнований и от города, от страны? Соревнования были организованы хорошо. Все работало, табу работало. Все знали, когда кому выходить. Всех проводили, если кто-то терялся. Но Пакш, хочу сказать, что очень много комаров. Очень прям много. Маленький городок, как у нас. Красивый, но очень много комаров. Ты говорила, что ты ездила в составе сборной. Что это была за сборная? Это сборная Славутича, Киевская область? Нет, это была сборная Украины. Сборная Украины. А девочки из других городов как представили, тоже каких результатов? Сколько медалей вы привезли? Мы привезли в общем 4 медали. И одна из них наша. Одна из них наша. Девочка заняла 3-е место, город Киев. И мальчики заняли тоже, один мальчик второе и один третий в одном весе. Знаю, что скоро едешь еще на одни соревнования. Куда? Ну, планируем в Чехию, в Прагу. Тоже Кубок Европы до 21-го. И если у меня получится там хорошо выступить, поеду на чемпионат Европы в сентябре. Змагання на виїзді, тим паче за межами держави, потребує чималих коштів. Участь у Кубку Європи для Христини могла стати недосяжною мрією. І тут в нагоді став постійний офіційний спонсор відділення дзюдо у Славутичі. У нас є спонсори, це Омега Консалтинг Груп. Вони повністю оплатили мені поїздку. Вот. І я їм дуже благодарна за те, що вони дали можливість мені показати свій результат за границей. Вот. І стати как бы, членом збірної України. Потому что если бы не спонсоры, я бы не поехала и не показала результат, на что я способна. Вітаємо Христину, пишаємося нею та зичимо рухатися вперед на зустріч спортивним звершенням.